разблокировать 4 миллиарда гривен на счетах Министерства обороны и направить эти деньги на нужды армии. С таким требованием Дом правительства пикетировали активисты. Участники акции говорят, украинские солдаты постоянно жалуются на отсутствие оружия, бронежилетов и предметов первой необходимости. На передовой нет ни воды, ни белья. Примечательно, 4 миллиарда гривен уже месяц висят на счете Минобороны по неизвестным причинам. Активисты уверены, что за эти средства можно приобрести как минимум 1 000 000 бронежилетов. Процедуру закупівлі по закону можна провести дуже швидко, за 8 днів всю процедуру. Ми в шоці, ми не знаємо, чому так. У нас два варіанти. Або вони придумують схему розпилу, бо не можуть придумати схему відкатів, як украсти ці кошти. Або вони просто не мають достатньо персоналу, не знають, де закупити. Вони просто гальмують.